мишени биты. Уважаемые участники, в очередной раз рад приветствовать вас на соревнованиях «Универсальный стрелок». Третий раз мы уже соревнования проводим. Соревнования становятся традиционными. Предыдущие два года показали, что соревнования интересны для охотников и спортсменов. Соревнования пользуются спросом. В этом году немножко расширили список дисциплин, которые входят в универсальный стрелок. Будем за два дня стрелять, значит, дисциплину стендовая стрельба, куда будет входить дисциплины скит и спортинг. Значит, номинация универсальный стрелок, куда будет входить охотничий трап и пулевая стрельба. И номинация нарезное оружие. Значит, сегодня мы стреляем. Часть из этих дисциплин — это дисциплина, номинация стендовая стрельба, награждение тоже по ней сегодня проведем, и дисциплину охотничий трап для номинации универсальный стрелок, заключение которой будет завтра уже в Старопышминске. Да. Томедов, Сеем, Суворов,
6 дивидендов 5. Уважаемые участники, разрешите мне на секундочку вас отвлечь от столь приятных разговоров между собой. Закончился первый день наших соревнований, и мы подвели итоги по номинации «Стендовая стрельба». В номинацию «Универсальный стрелок» и те результаты, которые вы получили на охотничьем трапе, они будут добавлены к завтрашним результатам пулевым. А по номинации «Стендовая стрельба» мы сегодня награждаем. За третье место в ожесточенной борьбе и перестрелке мы награждаем Даниленкова Андрея. Александр!